Привет, друзья, Бари, Италия, 25 июля, ветер подул без 10, время, давайте еще пройдемся. Может быть, даже вчерашний, вон девушка какая памятник стоит, уважаемая. Может, даже вчерашним маршрутом ножки сейчас помочу, здесь зайду. Сегодня где мочил ножки? Или не мочил? В Монополе я сегодня был. На море насмотрелся, но не купался, поэтому с удовольствием сейчас зайду и помочу ножки. Обожаю этот город, я в него уже влюбился. Сегодня очень сильно на меня подействовал Святой Николай. Это просто реально, я могу сказать, что это был реально процесс общения с ним. Полный контакт. Просто я вам не могу это передать словами. Очень рад, что было мало людей, когда открыли именно доступ к нему максимально близко. Непередаваемые ощущения на самом деле. Так, где это еще ножки мочу? Так вот. Перони, это чисто Бари. Бари продакшн. Адриатическое. Передам от тебя привет морю Средиземному. Ну, это как бы, я не знаю, можно это назвать порт или не порт. Порт на самом деле, ну, торговый, там, где большие корабли, вот там, где первый день ходил. Это тоже порт, но это порт для яхточек маленьких этих, вы видите, лодочек. Рыбка скинулась. Понравился мне вот этот маршрут с базилики Святого Николая. Выходите не в каменные джунгли, а сюда на набережную. И по набережной вот идете сюда и гуляете. Здесь очень понравился этот маршрут. Очень-очень рекомендую, в принципе. Если он кому-то уехал, не видно, у них непрозрачная емкость. Почему-то у всех именно непрозрачные емкости здесь, да? Забыл посмотреть километраж набережной, но она считается одной из длинных
либо самая длинная набережная всех стран европейских. То есть она несколько километров тянется. Сколько, не знаю. Ну, наверное, баре сколько тянется. А сколько баре тянется, вопрос. Друзья, так не хочется отсюда уезжать. У меня предпоследний день сегодня. Просто ужасная какая-то дикая тоска. И я просто не могу даже подумать о том, что завтра вечером я уже буду в Швейцарии. Снимал довольно много видео, но еще больше с радостью наснимал бы, если бы аккумулятора было больше. Я все это снимаю, прежде всего для себя, я это все буду с удовольствием пересматривать уже через несколько дней. И реально сложно будет поверить, что все это было со мной, что здесь был я. Ну, я надеюсь, Николай сделает еще обязательно, знаете, ну, может даже и в этом году я еще к нему приеду, посмотрим. Конечно, все только в деньги упирается, больше ни во что. Вон рыбки плавают, их полно, кстати. Боже, сколько их вон. Оживает город вечером. Монополь я шел как по вымершему какому-то этому, знаете. Никого днем не было, пока не пришел туда, где были туристы. Как я вчера не увидел, что здесь ход был. Но вот этот персик маленький. Не заметил, я же вроде проходил здесь. Классный город, классная страна, классные люди, вкуснейшая еда. Я просто, ну что еще сказать? Мое, это мое. По крайней мере, баре, я не могу сказать за всю Италию. Хотел бы я здесь жить, друзья, да. Не хватает чего, кошечек и пляжей, как бы. Но они есть, но они далековато где-то. А так, в принципе, да. Квартиру иметь здесь хотел бы с радостью, приезжать, когда захочется сюда. Давайте к театру подойдем. Местные мафиози. Блин, знал бы хоть сюда, попросил бы, чтобы они сказали что-нибудь типа привет из бара. Хотя они английский должны в школе учить. Я думаю, что реставрация сейчас в этом театре. Потому что на то, что он не работает, это факт. Ну, видно, конечно. О, а с него открывается, смотрите, какой вид, как будто я на трибуне. На одной из центральных улиц. Так, идем дальше. Солнышко уже так не печет, как пару часов назад. Уже так более-менее. Майка периодически то высыхает, то опять мокнет. Но там я очень долго сидел у Николая сегодня, около получаса. Там очень жарко внизу. Но из-за того, что людей было сегодня не очень много, я, в принципе, как бы более-менее нормально было там. Я думаю, на вот этих лодочках они ловят рыбу тоже. Кто не может позволить себе корабль или не хочет идти работать на кого-то на корабль, они
ловят, я думаю, на вот этих лодочках. Так, пиццу я, в принципе, с одной стороны готов съесть, с другой стороны что-то, ну, пиццерии, ну, нету вокруг пиццерии, ну, что ж такое, ну. Ну, в смысле, есть, но их так мало, что они даже, я их даже не замечаю, как бы. Очень красиво выглядит театр. Ну, театр любой красивый. Покажите мне, где есть некрасивые театры. Театр — это всегда красивое архитектурное сооружение в любой стране мира. Бродил бы вот так до полуночи, честно, по баре. Силы были неиссякаемые. 10-й автобус. Красивое там оно здание, архитектура. Мы, ну, эти скульптуры прямо наверху здания. Очень-очень красивые. Но показать я вам их не смогу, потому что даже если я там буду, приблизить их. Третья моя встреча с мамой Терезой. Не случайно, видимо, меня тянет к ней. Вчера я уже трогал за руку и рассказывал вам о том, что потрясающая добрая улыбка. И прямо вот контакт с ней есть, когда здесь стоишь. Обращайте внимание, вот когда вот тут вот встанете на левый глаз, сфокусируйтесь на левом глазе, и у вас будет с ней контакт, друзья. С этой милой, доброй женщиной. Все, до встречи. Она мне улыбнулась. Реально. Я не шучу. Не шучу. Тут сейчас будет много мороженого, но пиццы, наверное, вообще не будет. Турецкий комплекс, я не хочу, чтобы они останавливались на зебре из-за меня, пусть едут. Сколько футболка стоит вот такого плана синий? Написано, я, блин, 40, по-моему, ого-го. 40. Всегда за мороженым здесь такие очереди. Слушайте, я ж не ел вообще никакое мороженое еще в Италии. Наверное, сейчас в Лидл хотя бы возьму мороженку какое-нибудь потом вечером. Съем или дома, или на улице, когда буду выходить. И тут тоже всегда много людей мороженых. Ну, шариками, которые я не люблю.
так много людей. Люди вечером выходят пройтись, прогуляться. Здесь передается вам итальянский дух. Мы идем мимо людей прямо среди местных. Вы слышите их, не только видите, а и слышите. И вот еще один театр прямо рядом, Петручелли. Да, это на нем, это архитектурная, скульптурная композиция, шикарная. Семьями люди гуляют прям местные. Дом, пожалуйста, джинсы. Я не знаю, что за бренд, но вот вам брендовые джинсы 25 евро всего лишь. 25 евро. Знаю, что за бренд, но в любом случае не итальянский. Митина, обрати внимание. По 10 пола. Всеми улицами прошелся бы с радостью, честно. Если хватило времени и сил. Много людей по магазинам, кстати. Выруливаю вправо. Сейчас пиццерии тут нет, это одни вещевые магазины. Не, если бы я хотел пиццу, друзья, это и так вы делаете. Если бы я хотел прям пиццу четко, конечно, я бы нашел бы пиццу. Быстро, причем в течение получаса. Просто меня манит опять колбаса а-ля любительская, а также прошутто. Я просто не могу наесться и моцареллой. Ну, потому что в Турции вообще такого нет. Моцарелла есть, но она мне совсем не по карману, и она не такая. А колбасы, прошутто, это чудо. Да, я знаю, что много сыров есть, которые я вообще не пробовал. Я, кстати, никогда в жизни даже Филадельфию не ел. Ну, просто поскольку у меня нет ни вилок, ни... Ну, не хочу я даже Филадельфию покупать, хотя... Ну, это если бы я был дольше, и если бы у меня была кухонька своя, какие-то приборы. А так... Ладно, я надеюсь, все-таки я не последний раз в Италии. Очень надеюсь на это. Так, что здесь на этой улице? Ух ты! Большой-большой книжный магазин. Здесь я не ходил. Большой-большой либре музыка. Видите, духовная пища. Люди развиваются, очередь стоит там за книгами. Но очень много людей реально в книжном магазине. Детская одежда. Цветочный магазин. Не только цветочный, там еще что-то для украшения дома. Рафаэл. Чего-то вкусного я запах услышал. Чего не знаю, правда. Yeah.
Но по этой улице я не ходил. Но тут опять же пиццерии нету. Такое впечатление, что мы реально в столице находимся. То есть, казалось бы, бар и такой как бы... Ну, я не знаю, можно его назвать провинциальный городок или нет. Может, он реально очень крупным считается. Но реально столько много всего из одежды. Чичон, пастицерия. Ну, тут такие вещи, не пиццы. Надо посмотреть дальше. Такие пироги всякие. Ну, что-то похожее на пиццу есть, но это не совсем пицца. Хотя и пицца есть вроде. Попробовать надо пиццу. Наверное, друзья, это время настало. Не случайно сейчас сюда зашли. Смотрите. Не знаю, с чем, но кусочек сейчас, наверное, наслаком. Попробуем. Вы согласны со мной, что время пришло? Интересно, разные. Это пицца или не пицца, я даже не знаю. Где на входе отрывают какие-то талончики. Порцию, пакет с собой. Пойдем, надо будет, честно, даже не знаю. Не, я загрузил, в принципе. Ну, сейчас я Можно было здесь ее съесть. Да, 2,60, друзья. 2,60. Вот этот кусочек. То есть, в принципе, даже если бы я взял целое, она бы стоила, я думаю, ну, если больше десятки, если то не намного, а может и не больше даже. Так, пирони бы к ней еще. Я не буду нести домой, мы ее будем с вами еще съесть. Ладно, пока я там сейчас не съел резко. Мои друзья, за помячим. Смотрите, дегустация пиццы. Я в Италии. Ну что, не имею права на улице есть пиццу? Смотрите, сочная. Боже, она итальянская, этим все сказано, друзья. Я, наверное, сейчас начну жалеть, что я не ел пиццу все эти дни. Боже. Какое тесто. Она очень сочная. Я пока не могу сказать, с чем она. Италия, I love you. Ну, что-то похожее на салями. А что еще не пойму, вот это белое такое нежное. Я думал, это лук вареный. Нет, не лук. Ну, честно, вкусно, очень вкусно. Хотя, знаете, может, это даже не совсем пицца. Это скорее даже... Я ставлю такой лист, отворачиваюсь за тех людей, слева людей. Может, это даже какой-то, знаете, пирог, а не пицца. Я, честно, такой специалист по пиццам, что мне сложно сказать. Или не смотрите на меня, отмечаюсь. Ну, видите, не случайно я пошел именно по этой улице, да? Beautiful. Wonderful. А, это сыр какой-то, друзья. Это что, типа грана падана. Он полностью не растворился. Видите, он какой? Наверное.
Может, здесь и колбасы нету, на самом деле. Не, вроде было. Не, реально жалею, что я не ел пиццу. Вроде как пицца по тесту, но не факт, что таки реально. Может, и пирог. Пирог не где-то. Возникло желание еще где-нибудь в другом месте взять кусочек другой пиццы. Сейчас, если будет еще где-то пиццерия, тогда я объемся, я не буду есть уже до утра. Под утро будут тогда есть свои колбаски, которые куплю сейчас в Lidl, моцарелка. Да, кусочек бы в другой пицце еще взял бы, еще в другом месте, я бы наелся бы. Еще бутылочку пирони запил бы. Ну тут были пиццы или нет? Ну, не было. Вкусная, необычная она по вкусу была. Ну как сказать, не нашего типа, если можно так выразиться. Потому что вот этот сыр твердый, полностью не растворяется, он там был, вот я сразу не мог же понять даже, что это сыр. Это очень интересно было. Еще пиццерию найти. 2,60. Ну, кусочек-то не маленький был, в принципе. Наверное, нормальная цена. Кафешки, может, все-таки они пиццу делают. Аккумулятор скоро сядет, друзья. Мира, добра, позитива всем. Спасибо, что вы со мной. Это Италия. Меня зовут Ромка Рокер. Я живу в Алании. Море пицца. Пицца, сладости люди тут едят, смотрю. Тут тоже разные сладости. Неужели нет пиццы? Блин, а нет пиццы. Ну что это такое, а? По той улице, может, надо было продолжать идти, и там, может, пиццерии все, возможно, на одной улице были. Может же такое бы. Может, наверное. Вот такая вот прогулочка. И пиццу поели, и на итальянцев посмотрели, и прошлись, посмотрели, полюбовались баре в очередной раз. Все, друзья, выключаюсь, а то будет что-то, может, экстра. Нужно показать не будет возможности, потому что сейчас сели уже все аккумуляторы. Поэтому еще раз спасибо, что вы со мной. Турция. О, господи. Италия. Италия, Бари. 25 июля сегодня. Мира, добра, позитива всем вам. Там где-то живая музыка слышна. Где, не могу пока понять. Именно живая, реально, барабаны гремят. Интересно, в здании там что ли? Что там за концерт без меня?
Кстати, что это за здание? Ух ты, там колбасит что-то здорово. Девочка, по-моему, на локале. Ну-ка, идемте туда. Чё ж я? Ух ты! Девушка, я хочу к вам туда. Вау! Да ладно, ничего себе. Неужели они просто репетируют? Что там происходит? Что это за здание? Университет, наверное, это. Ух ты! Какой красавчик. Yes. Я зайду туда, можно? Меня пустят. Обалдеть. Там и на ударных девушка. Там, наверное, они все девушки. Они, наверное, все девушки, вы представляете? Загуглить, короче, женские коллективы итальянские. Возможно, мы поймем, что они известные и популярные. Все, на этом все, друзья, пока.